Североказахстанской области пожаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции начальнику управления собственной безопасности теперь можно в социальной сети. Начальник УСБ Нурлан Курманов открыл страницу в Facebook «Диалог с населением и оперативное реагирование на нужды людей». Это то, что стоит сейчас в приоритете при формировании антикоррупционного иммунитета. Свидетельством открытости также стали созданные по поручению МВД страницы в социальных сетях, подчеркнул Курманов. В ведомстве рассказали, что североказахстанские полицейские взаимодействуют с представителями 32 неправительственных организаций. Искоренению коррупционных рисков способствует цифровизация, которая коснулась работы основных полицейских подразделений и управлений, оказывающих государственные услуги. Планируется ввести удаленный контроль за патрульной полицией через видеожетоны. Все экипажи патрульной полиции области оснастили видеорегистраторами. Активно используются планшеты, с помощью которых протоколы составляют в электронном виде. В управлении собственной безопасности работает телефон доверия 61-26-89. Куда можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. По таким вопросам можно обратиться на единый телефон доверия МВД РК 1402. И теперь на страницу начальника УСБ. Личная страница в социальных сетях есть у начальника департамента полиции области Марата Тулебаева, заместителя начальника департамента КАПИ Задаулетбаева.